Вы знаете, очень-очень здорово было видно этот бросок с комментаторской позиции. И вот уже второй с кистей. Два невероятно сильных броска Рашевского. Стоило заговорить, что немножко не заметили эти ребята. Пожалуйста, прострелил. Просто насквозь прошил Рашевский этим броском Матея Марковского. Под рукой проходит эта шайба. Ближний угол. Винить вратаря. Не поворачивается язык после такого классного броска. We'll be right back.